Начнем с вашего имени. 47. Это не имя. Нет, но оно мое. Чем вы занимаетесь? Я убийца. Вы здесь, чтобы убить кого-то? Вам лучше меня отпустить. Насколько мне известно, вы заперты тут со мной, и у меня оружие. Нет, мистер Сандерс. Это вы заперты тут со мной. И только что принесли мне мое. Слушай, я знаю, это звучит странно, но это так. Он генетически спроектированный человек. Он сильнее, быстрее и умнее обычных людей. Их называют агентами. Какое отношение это все имеет ко мне? Ваш отец был основателем агентства. Он знает, что вы свидетель. Вы ключ, чтобы найти вашего отца. Этим летом придет ваша очередь.